Свыше 1 миллиарда 60 миллионов рублей направят в 2018 году в Башкирии на формирование современной городской среды. На 30 миллионов больше, чем в 2017. Почти 900 миллионов поступит из федерального бюджета, остальное из республиканского, сообщили в правительстве региона. В прошлом году в рамках проекта формирования современной городской среды в республике благоустроили более 400 дворов и порядка 40 общественных территорий. Обновили имеющиеся и возвели новые детские городки, спортивные площадки, провели работы по освещению улиц, обустроили автостоянки, парки и скверы, отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана.